Всем привет, с вами Радиошоп, и хочу вам показать сегодня самый простейший таймер воды. Вот эта модель от Intertool, она стоит всего 190 гривен, а применений у нее масса, просто масса. Почему он самый простой? Это механический таймер, это не электронный. Здесь есть входной клапан, выходной клапан, и между ними расположен механический таймер. Шаг у него 15 минут. То есть минимально можете поставить на 15 минут. Можно попробовать меньше, но я не гарантирую, что он сработает. И максимально можно поставить на 2 часа. Входной клапан защищен сетчатым фильтром. Это по сути обычная металлическая сеточка, но она очень мелкая. То есть реально задерживает даже достаточно мелкие частички. Если у вас вода очень жесткая, то после года использования вот такого фильтра сетчатого, там на нем останется такой осадок, как накипь в чайнике остается. Этот фильтр, он в принципе очень хорошо задерживает. На выходе резьбы нету, туда шланг просто одевается и зажимается зажимом, как у нас обычно делают, проволочкой или чем-то подобным. Просто зажимается и держится, но его тоже можно открутить и использовать вот эту насадку прямую, вернее, использовать резьбу, на которую накручивается прямая насадка, вот так вот. Поскольку фильтр все-таки механический, то конструкция по сути она не разборная, ее не стоит разбирать, если вы особенно не смыслите в этом, то есть собрать ее может быть сложно. В принципе, добраться легко, снимаются вот эти три самореза. Все, и вы имеете практически прямой доступ к механизму. Насколько он легко достается, я не могу сказать, потому что я точно туда не полезу, разбирать его не буду. Настройка происходит элементарным образом. Вы поворачиваете этот регулятор на нужное вам количество минут. Еще раз повторюсь, шаг 15 минут. То есть там на 24, на 23 вы не поставите. То есть 15, 30 и так далее. До 120 минут. Можно открутить обратно, довольно туго поворачивается в обратную сторону, но прекратить работу таймера можно, просто повернув его в обратную сторону. И здесь же есть позиция, когда клапан всегда открыт. То есть если у вас шланг заканчивается не просто частью, где вы его обрезали, а заканчивается какой-то насадкой, которая имеет возможность закрываться, открываться по вашему желанию, можно установить этот режим и пойти поливать вручную, там, что вы поливаете, огород, сад и так далее. В принципе, вот такая простая конструкция, она идеально подходит для небольших хозяйств. То есть, если у вас огород, вы растянули шланги, если у вас есть такая возможность, включили на нужное количество времени, оно вам полило, не надо ничего бегать и контролировать это самостоятельно. Есть много примеров в интернете, где при помощи такого либо подобных таймеров делают капельное орошение для банально домашних цветов. То есть у вас там 10-15 горшков с цветами, вы протянули трубочку от капельницы, подключили к этому таймеру, утром поставили на 15 минут, оно полилось. Никаких забот. То есть все это можно сделать. И вот эти дорогие таймеры, которые идут с батарейками, которые там с циферблатами, с дисплеями ЖК, они для таких, как это сказать, экспериментов, они не особо подходят. Что-то не получилось, что-то перехотелось, а деньги вы уже потратили. Смотрите, думайте, покупайте. Всем спасибо за просмотр, лайки, дизлайки приветствуются, подписывайтесь на канал.